Всем привет, с вами RedCat. И сегодня мы будем играть в Skywars Team с моим другом Ливанчиком. Поздоровайся. Всем привет, с вами я, Ливанчик. Да. И сегодняшняя тема нашего видеоролика — почему не было долго наших видеороликов на моем канале, да. У меня теперь новый микро, да. Очень новый микро. Он называется MKF100F. Ой, TL или что-то типа такого. Короче, вот фишечка такая. Типа эхо, да? Очень топово. Ну, короче, погнали! Сегодня без интро, да, ребят. И вот же началась наша карта. Первая карта, катка на карте под названием Ханами, да, Ливанчик, что ты не строишься? Ладно, строишься. Я тебе сейчас вещи дам, если что, да. О, слизька нубика. Если что, могу тебе ее дать, чтобы ты защищался. Отойди. Минус один. Минус второй, прости, Ливанчик. На тебе меч. А, ты забрал? Я одного убил. Да, погнали все на центр, потому что там будут сейчас идти. Сейчас мы его на изич. Сори. Как-то... Ничего. Это все равно твой килл был. Ты впереди шел меня. А, ну да. В принципе, тоже. Так подожди, не уходи с центра, мне надо просто залутаться. Да, залутайся. Нужны тапочки. Так. Да все, у меня уже есть тапочки. Все, погнали тогда. Так. О, если что, будем все. Всех со слизики нубов скидывать. Так ты где? Вот. А, ты ушел уже? Подожди. Да. Так я вот, думал, сзади. Ты со мной идешь. Осторожно, я уже иду. Погнали, ты где? Я уже иду. Так. Давай на второго идем. Я того пацана слил, если что. Молодец. Я залутаю мистик. Вон он, пацан. Давай обходим его опять. Ты туда, я туда. Давай. Сейчас мы его обойдем быстренько. Если что, у меня есть богов. Окей. Да блин, так. Какого фига? Где он? Я его... А, он на дереве? А, уже он спустился. Нет. Это я его спустил. Вот я его этот. Найс. Ага. Так. Тетенька. Последний чел где-то там был, я его видел. Он что-то там нет? Копался. Он на острове, по-моему. F6. У тебя сколько килов? У меня 4. А у меня 3. А, неплохо. Вот он, вон он, по-моему. Нет. Так, F6. Неа. Вон он. Где? Да, все, я вижу его тоже. Так, давай осторожно к ним построимся. О, ну у него лук. То у меня лук. У тебя лук? А. Можно я убью его? Просто, чтоб честно. Окей, убивай. У него лук! Тихо. Ай! Я чуть не упал. Поджимаем? Подожди, куда он пойдет? Направо, все, я его поджимаю. Ну ты его добьешь, наверное? Да. Изи. Ну, короче, переходим ко второй игре, да. Скриншот. Погнали. Ну и вот началась наша последняя катка на карте под названием Мехрин. Мы решили записать соло-режим, потому что, ну, мы не могли уже как бы играть на тиммоде. Нас либо убивали, либо подсасывали, да. Это очень плохо. И мы решили, если Ливанчик останется в живых и будет последним игроком, и я останусь тоже в живых, мы устроим битву ютуберов, так как он тоже ютубер, он тоже такой этот хороший ютубер, который бьет меня. Мы не тимимся ни в коем случае, забираем это и убиваем его. Ладно, окей. Это какой-то челик, да, мы его вот так вот в камбурю заводим. Да, в камбурю.
Или он нас заводит в комбо. Нет, мы его заводим в комбо. И он какой-то не отталкиваем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Больно. Подсосник фигов. Я ж тебя сейчас убью, Ливанчик. У меня ничего нету. У меня хп нету, Ливанчик. Ну ты где? Почему ты приходишь и подсасываешь, когда меня не убивают и когда я уже убиваю людей? Не бей меня, сейчас убью тебя. Убью. Я вот так вот по всему центру бегаю. Блин, я заболел. Не хочу болеть. Болеть плохо. Находишь школу, да? Я очень хожу в школу. Это отличник. Я тебя сейчас убью. Уйди. Нафиг иди, нафиг иди. Где еще два человека, я не понимаю. Я знаю где. Где? Уйди, я тебе покажу. Да не хочу. Иди в баню. Да, вот такая вот... Да блин, ты чё сюда приходишь? Да нет! Кот, иди сюда. Нафиг иди. Кыш. Короче, я сливаю последнего игрока. Ты мне киллы подсасываешь. Ай-яй-яй. Так все, битва ютуберов. А, да? Ага. Нет. Ну, это было изично, и переходим к прощанию, да. Погнали. Ну, и всем удачи, всем пока. С вами был Радкэт. Всем удачи и пока.